этот врач, он ликвидирует тоже какую-то коммунальную аварию. Видите, у него и инструменты есть, и как у водопроводчика, и как у врача. Здесь все это разложено. Другой его врач, значит, стоит на подстраховке. Вот. Это где-то, судя по всему, в городе Петербурге, судя по номеру троллейбуса, хотя таких никогда у троллейбусов не было.